Инспекторы ДПС в Тандынском районе изъяли из незаконного оборота около 1,5 килограммов марихуаны. Днем 18 ноября во время рейдовых мероприятий в селе Сосновка сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки иномарку, за рулем которой находился 30-летний житель села Ховаксы. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили в салоне сумку, в которой находилось наркотическое вещество – марихуана, весом более 1400 граммов. При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили в салоне и изъяли сумку, в которой находилась марихуана весом более 1400 граммов. Установлено, что указанное вещество принадлежит 28-летнему пассажиру автомобиля, жителю села Сосновка. В беседе с полицейскими мужчина дал признательные показания и пояснил, что наркотическое вещество изготовил недалеко от села для личного употребления. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, хранение и перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере». За указанное преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.